Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться вкусной идеей приготовления завтрака из простых ингредиентов, доступных. Друзья, давайте начнем готовить вкусный завтрак. Погнали! Нам понадобится один болгарский перчик. Очищаем его от семян. Разрезаю еще раз пополам. И нарезаем помельче. Отправил сковородку на плиту, добавляю буквально столовую ложку подсолнечного масла. Отправляю сладкий перец и обжариваем слегка, буквально 2 минуты, для того, чтобы перец чуть-чуть стал мягким. И, конечно же, он начинает раскрываться, и аромат намного вкуснее. И добавляю еще пару столовых ложек маринованных опят. 3 столовых ложек опят будет достаточно. Прожариваем еще 2 минуты. Нам понадобится 2 куриных яйца. Сыра натру буквально грамм 50-60 через мелкую терку. Также нам понадобится пару веточек укропа. Нарезаю мелко. Добавляем зелень. Солим. Перчим. Все по вкусу. И хорошенечко это все перемешиваем. И добавляю буквально грамм 40-50 молока. Снова перемешиваю. И заливаем наши овощи. Распределяем. И накрываем крышкой и томим на маленьком огне. Минут 7-8. Готовится очень легко и просто. Можно назвать это ленивым завтраком. Очень ароматно, друзья. Стоит приготовить. Давайте попробуем. Это просто очень вкусно. Друзья, обязательно к приготовлению. Кухня – это где мы импровизируем, друзья. Я рад, что вы меня смотрите, делитесь и, конечно же, готовите вместе со мной. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.